Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцист, добро пожаловать на мой канал. Сегодня на сайте обычной базы PR5928, для которой сишка не нужна. И, возможно, пригодится один железный топор, но вроде бы как нет. Так что возьмите с собой 6-7 топоров обычных, хватит. Так, база вроде не изменилась, и все-таки нужен топор. Ладно, сейчас проверим. Тут вроде бы с обычной. Обычным топором можно зайти... А вот здесь я уже не помню. Вот тут вот. Ну, то ты ломаешь. Вот так вот. 3, 4, 5, 6. Да, тут нужен железный топор. В любом случае один. А все остальное может быть обычными топорами. Готово. Трехволн избавился. Сломал все, что можно было сломать. Ну, в пределах шума, в пределах разумного. Тут, я знаю, лут не особо-то интересный, поэтому буду забирать всякую шушеру. Так. Вот кожа. Блин, не знаю, поместится она у меня. Нет, камни вроде бы... Место чуть-чуть освободилось. Кстати, я два ящика не открыл. А я что-то даже не заметил. Главное, станки сломал, а ящики не трогал. Ну ладно. Так, тут два дуба есть. Тут один слиток. Тут ничего. Тут тоже ничего. То у меня украли, например. Нет, хотя вот так. Так, это у меня украли. Вот это украли. О, боксит, изолента. Это у меня украли. Осталось найти воду и все. Кожу еще заберу. Так, это очень как-то стрёмненько выглядит. Потому что сейчас громил все, телепортанется. Что даже не подрасчитал. Это можно забрать, это можно забрать, вот это можно, здорово, громила. Так, ну, по луту как-то очень скромненько на самом-то деле, ну, в принципе, как и было всегда на этой базе, вот такой вот лут, ни о чем. Но опять же, вы особо ничего не тратите, те 4 ящика, которые за стенкой второго уровня, можно даже не вскрывать, потому что там ничего полезного нету, да и в принципе нигде нету. Ну, а на этом все, пока-пока, до скорых встреч.